Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с притчами. Библейская притча «Проданное первородство». Исаак был 40 лет, когда взял себе в жены Ревекку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла попросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли его имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревекки. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным, звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый и сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал Исаву: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал ему: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Вот такая притча, библейская притча, она называется «Проданное первородство». Пока-пока, до свидания.